Всем привет, дорогие друзья, с вами Барон. Еще один проект Only Roleplay. Так, первые шаги. Нам сразу какой-то NPC-бот, я так понимаю, или кто-то в этом роде пишет: привет, приятель, не мог бы ты дать... позвонить на пару минут. Ну, просто, думаю, уйдем. Ягами, это администратор, я так понимаю, сервера. Сейчас покажу вам немного сервачок, собственно, правительство. Можно создавать здесь, опять же, различные организации, как я понимаю. Был какой-то конкурс к открытию, открытие было 2 числа. Насчет РП не знаю, тут как происходит все. Ну, посмотрим. Никнейм у меня по-прежнему Диего Корон, я первый левел, 223 человека онлайн. Опять же, сейчас покажу вам различные интерьеры. Я так понимаю, здесь с интерьерами все продумано. Ну как-то вот можете заметить то, что админы просто тп-хают, то есть сейчас. Главное, я думаю, здесь показать интерьеры в этом плане, да, то есть чтобы все было отлично. Ну, прикольно на самом деле. Проект только начал свою работу, 221 человек онлайн, ребятки играют, люди заходят, это, конечно, довольно-таки круто и прикольно. Чем-то немного был похож на Trinity Roleplay, в итоге они сделали просто все охеренно, у них можно полететь в космос, это самое прикольное, мне кажется. Опять же, вы можете в космосе собрать какие-то камни, круто заработать, получить большие бабки и так далее. Опять же, здесь есть очень много различных работ, которых нет на сам ПРП. То есть это, например, пожарные. Но эти пожарные могут тушить как огнетушителем, так и машиной. Самое интересное то, что админы здесь, я так понимаю, тоже имеют читы. Но они так сильно ими не палятся. Но все же они имеют читы. Так, давайте FPS лимит 90 поставим, я думаю. В принципе, тут разницы нету, потому что если я поставлю FPS лимит 20, у меня будет полная жесть, вообще лаги конкретные. Но если поставить 90, все будет хорошо. Сейчас мы, я так понимаю, едем... О, ракета... Ракета? Серьезно? Что это такое? Какая-то станция... ракета, да ладно, вы серьезно, ребят? Вы серьезно? Ну ни хрена ж себе. Слушай, а довольно неплохая ракета, кстати. Довольно угарная. What the fuck? Что за фигня? Опа, с пистолетом. Пистолет с глушителем у чувака. Так, люди здесь уже бегают. Бомж какой-то прибежал. Так, разобранные самолеты. То есть они на месте заброшенного аэропорта сделали космическую станцию, я так наблюдаю. Ну, слушай, довольно неплохо. Начало мне уже начинает нравиться, посмотрим, что будет в дальнейшем. Космическая станция. Я заметил. Так. Посмотрим, давайте, что тут у нас с космической станцией. Так, опять же вот эти зависания, типа, идет прогрузка объектов, подождите немного. Так, ну, слушай, компы, НАСА, нормально. Все понятно. Так, у нас здесь имеется раздевалка. Кабинет руководителя, эх, нихера себе кабинетик, блин. Все, я руководитель. Не, ну слушай, глобус какой-то, кстати. Глобус. А вы смотрите, глобус-то какой? Глобус штата Сан-Андрес ведь. Слушай, неплохо придумано. То есть, несмотря на игру, то, что она вообще 2004 года, но придумано просто супер. Для ремонта... Ракет нет. Не смогу я ремонтировать ракету, ну ладно. Так. Так, в космос. В космос полечу. Так, технология с каждым днем развивается и улучшается, но не исключены так летальные случаи. Может произойти разгерметизация отсеков ракеты, и она просто разрушится. После падения ракеты вы должны найти ее место крушения. Так, специализированный транспорт ДФТ-30, убрать обломки. Угу.
Так, хорошо, а это что такое? Так, вывод космических аппаратов за пределы Земли, атмосферы, разгон. Дарптайм скоростей требует огромных энергозатрат. Я, короче, понял. Ну, слушай, о! О! Толкан! Нормально. Что-то я куда-то не сюда зашел, вроде, да? Ух ты. А я могу? Блин, я не могу. Блин, почему я не могу? Что за фигня? Ну ладно, ракета на данный момент в космосе. Я думаю, мы к этому еще вернемся. Все же полетать, я думаю, стоит. Опять же, вот зависание, кстати, эти, блин, самповские. Так. Завис. Подзавис я, ребят, что делать? Что такое? Ну. Фейк. Факи фейк. Что за? ТП к себе меня. О, спасибо. Отвис. Поджопник дали, блин. Все хорошо. Ладно, поедем мы дальше. Все-таки космическую станцию мы еще, я думаю, рассмотрим. Нужно посмотреть еще что-то. Не знаю, на самом деле довольно интересно. То есть, опять же, подъемный кран, который поднимает что-то. Тут происходит взлет. Именно здесь происходит взлет. Я думал, он происходит где-то там. А тут у нас что такое дымится? Так вон же ракета. Там и взлет, наверное, нет? Ну хорошо, ладно. Предположим. Не, на самом деле мне нравится. То есть, ну, что-то с чем-то это. Ну, это интересно. Это реально интересно. На самом деле, наблюдать вот просто такое, то, что ракеты и всякие еще какие-то моды понаставлены. Вроде банально, а вроде и новая игра. Какой-то интерес происходит к этому. Так же, как вот на Trinity, например. Что сам ПРП, что Trinity, что он для ролеплея. Абсолютно разные проекты. На одном проекте это есть, на другом, а это на третьем еще что-то есть. То есть, ну, такое. В любом случае, есть что-то свое, что-то оригинальное. Заткнул. То есть, тут дают затычку от... Так, бай аллерка. Ну, админы работают, я смотрю, в полную силу. Притом, меня сопровождает админ. Это тоже довольно неплохо. Не знаю, будут ли в дальнейшем видео по данному проекту, ребят, но, скорее всего, может и будут. Посмотрим. Если будет второе видео, будет и третье. Так, уважаемые жители штата, сейчас проходит собеседование в космическую станцию. Мы рады видеть вас в нашем офисе от 3 лет в штате. Даже так. Неплохо. Так, хорошо. Куда держим путь, скажите, пожалуйста. Куда же мы держим путь? Я вот на самом... О, что такое? Машина Федерального бюро расследования. Так, стоп, что такое? Кстати, тут еще какой-то бонус при донате имеется. 50% бонуса, я так понимаю. Это Федеральная служба безопасности, я так понимаю, да? Так, хорошо. Итак, что итак? С. Чего, блин? Чё такое? Ягами. Я не пойму, он чё вообще говорит? Чё-то пишет, Ягами, ВК есть, скайп. Ясно. Диего, пройдемте. Пропуск надо. Пропуск. Дайте мне пропуск. Ягами, блин. Скайп, ВК. Я вот не пойму, зачем скайп или ВК вообще. Пиши в ПМ на форум. О, нихрена себе. Перевоплощение администратора.
перевоплощении Ягами. Предлагают вам присоединиться к ФБР. О, ребята, я в ФБР, охренеть. Ос, оф, нифига, я в ФБР, ё-моё. Вот в САПе бы так мне, а. Федеральное бюро расследований. Так. Ребят, кстати, интерьер вообще по заходу вот как раз-таки в ФБР довольно неплохой. Так. Бухгалтерия. Здесь, то есть, всякие книжки, вся херня, я понял. Так, что у нас еще имеется? Это, я так понимаю, у нас допросная комната. То есть здесь мы допрашиваем, у нас имеются наручники, мобильный телефон и, я так понимаю, какие-то различные дела на преступников. Слушай, довольно неплохо. А тут у нас что имеется, нет? Нет, у нас тут ничего нету, к сожалению. Так, посмотрим, что у нас дальше. Так, это у нас, я так понимаю, главный офис, то есть тут, где мы работаем. Здесь вы можете... О, здесь мы можем пожрать. То есть перекусить, пополнить ХП. Еда для сотрудников. Это ж зал совещаний. То есть, блин, да ладно. Зал совещаний. Ну, судя по залу совещаний, ФБРовцев довольно-таки много. Повысил, понизил ваш замдиректора Федеральной службы безопасности. Вы серьезно? Оставьте мне этот ранг, а? Я ФБР тут поснимаю видосики. Так, оружейный склад. Угу. Опа, нифига себе. Так. Спай, то есть мы можем переодеться в кого угодно, я так смотрю, да, то есть. Тут у нас... Вау, у нас тут, то есть, имеется... У нас имеется, значит, оружие. Мы можем раз в 3 минуты брать стволы. Опять же, имеется свой склад. Довольно все, кстати, неплохо оборудовано, в том плане, что броники висят, все отлично, и нам дают броню сразу. То есть это довольно круто. Опять же, щитки, телефоны различные, патроны, всякие автоматы, полуавтоматические винтовки, МП-5, пистолетики всякие, да, то есть. И, как вы можете заметить, что-то, что такое? Это... тепловизор, я так понимаю. Опять же, снайперские винтовки, райфл. Так, ну, я так понимаю, мы здесь именно рассмотрели практически все. И кабинет, разумеется, директора. То есть это кабинет, вот он, директора. Жалко то, что тут нет никого потайного хода. На самом деле прикольно, мне нравится. Тут у него какие-то планы вообще непонятны. То есть компьютер, который то ли загружается, то ли он у него завис, я не знаю. Ну, неплохо, неплохо. Не, реально, мне нравится вся эта фигня. Ну что, пойдем дальше. Посмотрим, что у нас будет происходить дальше. Блин, реально хочу в ФБР или вообще лидерку здесь получить. Было бы круто. Вообще, хоть на каком-нибудь из двух проектов получить лидерку было бы очень круто. Опять же, кстати, вот мне что прикалывает, это вот такие вот броневики. То есть это просто бронированная машина, такой вот броневичок, на котором можно нехерово покататься по штату и опять же поугарать, возможно. То есть спокойно на таком броневике разъезжает Федеральная служба безопасности. Это больше похоже на правительство какое-то уже, я не знаю, на какую-то охрану. То есть это никак не, я не знаю, вот это вот более похоже на ФБР. Но вот это уже что-то как-то перевоз преступников, что ли, таких опаснейших, да, то есть... А броневики это типа подавление бунтов. Ну, в принципе, да, все правильно, Федеральная служба безопасности. Федеральное бюро, бюро расследований, вернее, да, то есть служба безопасности это немного другое уже. Это то, что отвечает за безопасность в городах. Ну хорошо, продолжим. Продолжим. Так. Ахаха. What the fuck? Что тут вообще происходит? Видим мы мэрию. Эх, ё-моё, да ну нахер. Опять же идет прогрузка всех объектов абсолютно, да, то есть у меня здесь упало сначала до 30 FPS все, потом опять до 60 вернулось. Но, блин, это...
Это просто вообще потрясающе на самом деле. То есть нет, ну если так подумать, да, то есть так дверь закрыта, но у нас имеются лифты, которые, кстати, не работают. У нас имеется здесь два этажа. Так, хорошо, два этажа и различные комнаты голосования. То есть здесь мы можем избрать мэра. То есть сюда мы кидаем в одну из таких вот колонок. Здесь где-нибудь что-нибудь написано, наверное, будет. И мы кидаем туда свой голос. Так, министерство. То есть здесь сидит мэр с микрофоном, ему задают вопросы, и он на них отвечает. Тоже неплохо довольно. Блин, мне нравится, начинает эта фигня. Кабинет губернатора. Ех ты, ё-моё. Опять же, в ноутбуках штат Сан-Андреас. Это, кстати, хорошо продумано, что штат Сан-Андреас. Семья губернатора, я так понимаю. То есть его жена, его дети, или он сам. У него какая-то мороженое, походу, какое-то, да? То есть, ну, довольно все неплохо. Так. И биржа труда. У меня аж тут подвисло. И здесь мы можем, я так понимаю, трудоустроиться. Биржа труда только для безработных. Ну хорошо, ладно. Не, ну впрочем, довольно неплохо. То есть все это выглядит. Я иду за администратором, как вы, думаю, понимаете, да? То есть куда он, туда и я. Он мне просто показывает все это. Так. Не, ну блин, мне нравится. Может, по кому-нибудь пострелять? Хотя, не-не-не. Не буду стрелять, буду соблюдать РП-режим. Мне после этих проектов прям нравится даже на сам РП играть. Потому что так наиграешься на всяких Тринити, он для ролеплея, и заходишь на сам РП, думаешь, блин, а ведь реально занятий всяких много. И интерес к сампу появляется. Так. Ух ты, ё-моё. Куда-то мы телепортировались. Куда только мы телепортировались, не знаю. Я как-то понимаю то, что ФБР это, конечно, все круто, но, блин, мне же еще и работы надо будет, походу, обозревать. Посмотреть, что тут, как вообще. Прикольно, прикольная тема, однако. Мне все пока что нравится, то есть никаких таких косяков конкретных нету. То есть по поводу того, что прогружаются объекты, я стою на месте, ну ладно, это можно потерпеть. Кстати, вот здесь вот ничего нету, это не здание ФБР уже. Да и на самом деле это не похоже на здание ФБР. А вот то здание было похоже. Но там вообще стадион, по сути, а не здание. Ну вот, кстати, ребят, Минздрав. Больница Сен-Фьера. Опять новый интерьер? Эх ты, ё-моё. Так, заходим. Блин, да ладно. Ну, конечно, толкан, само собой. То есть мы сразу видим огромные вообще просто коридоры. Вы должны находиться рядом с дверью. В смысле, блин? Но я же с дверью нахожусь. Вы чё, эй? Ладно, пофигу. Главврач. То есть так то же самое. Все компьютеры, половина сложно, половина выключена. У него же тоже, я так понимаю, семья. Притом, кстати, одна и та же семья-то. То есть, получается, две семьи здесь. О, Ягами. А, вот операция, кстати. Блин, а слушай, неплохо. По сути, то есть здесь мы видим, что мы видим? Состояние больного, да, то есть как он вообще, что с ним. Такие подносики для различных. Младший агент Диего на связи. Да на связи я, да. Так. Палата номер один. То есть здесь мы можем видеть палаты. И чтобы занять койку, нажмите левый Alt. Все. Занял я койку. Мне дают по 3 хп. У нас теперь два зама. Так, один. Один. Один зам. Меня уберут-то с этой должности. Вы чё? Какой из меня нахрен зам? Так, не, ну ФБР, конечно, прикольная организация, но кой из меня зам, ребят, вы чё? Опять же, видим. О, вот это, слушай, вот это неплохо. Комната отдыха, да ладно. То есть мы тут можем отдохнуть.
Я прохожу просто через стол неплохо вообще. Блин, слушай, а на самом деле прикольно. То есть здесь можно конкретно отдохнуть. Здесь имеются эти вот еще древние компьютеры, древнейшие просто. И пожрать, конечно же. То есть столовая у нас такая вот. Блин, слушай, а прикольная тема. То кормят тут бургерами всякими, да? То есть вон кто-то забыл тут, что у нас бургер, картошка фри, сок и какой-то фреш, что ли, еще что-то. Так, что ж, какие будут указания? Ну, пока никаких, потому что я не в ФБР, и поэтому вы выписались из больницы. Так, хорошо, выписался, так выписался. Хорошо, поедем, поедем дальше. Посмотрим, что у нас будет дальше, ребят. Мы... what the fuck... Really? То есть, блин, это... Чё за нахер? Завал, что ли, какой? Да ладно. Чё за трубы такие? Это чё, какого хера вообще? Я где-то читал то, что должно быть падение ракеты. Это, я так понимаю, ракета? Ех, ё-моё. Нихера себе завалы. Завалы вообще жесткие, блин, ну чё? Надо вызывать людей. Ну, слушай, неплохо. Так. А что дальше-то делать? О, нифига, шлагбаум мой стоят. То есть дальше это нужно будет расчищать или же оставить как есть? Блин, а вообще круто быть замом директора ФБР без водительских прав. Как думаете, а? Просто быть замом директора федерального бюро расследований. И все. А, вот, кстати. Меня сейчас, наверное, уволят отсюда, да? Вы устроились работать на склад, вам нужно найти напарника для работы. Так. Get work. 53. Стал вашим напарником. А, так, это у нас склад, да, или что это такое вообще? Ага. Зарплата $5900. Да ну нафиг. Так, двигайтесь к загрузке с вашим напарником. Ага. Водительских прав нету, ребята. Так, водительских прав-то у меня и нету. Так, а как мне взять? Или это напарник конкретно уже просто со мной будет гонцать? Это какой-то е-мой автозавод или что это вообще такое? Водительских прав нету. Увы. Сейчас, хорошо. Сейчас так сейчас. У меня нет лицензии вообще ни на что. То есть я зам ФБР вообще выдал вам водительские права. О. Так, все, теперь едем. Где-то у нас выезжать. Кстати, неплохой спидометр довольно-таки. Бензин показывает где-то. И скорость до 150 доходит, да? Хорошо. А куда нам вести? Нам вести в сторону гетто, так что можно съехать вот тут вот будет. И вести.
Так, набор участников на мероприятие «Клетка», приз 10 тысяч, участие MPGO, то есть клетки имеются какие-то, фары, левый альт, да, то есть меню кара, опять же, есть. Ну, хорошо, поехали. Едем мы медленно, где-то, ну, 60 км в час, ну, такое, немного едем, не особо быстро, эта машина быстро, увы, не поедет. Так, что касаемо вот как раз-таки той ракеты, я не знаю, как ее объезжать, потому что она перегородила дорогу, хотя нет, знаю, я уж самповский человек, я сам ПРП вообще, так что я знаю, как объезжать. И это хорошо. Так, 80 уже почти что едем, давай 70 км в час летим. Опа. Тут дорога разве есть какая-то? Нету дороги. Есть пострадавшие? Нету пострадавших, и мы вон там вон объедем. Дырочка, блин, это отверстие, а не дырочка. Ну вот, нормально. Да я говорю, я в любом случае объеду всю эту фигню. То есть, если мне надо, я... вообще едет агент федеральный, ну, федерального бюро расследований, и... Ё-моё, он ведет грузовик. Зачем? Куда? Почему? Вообще непонятно. Нужен опытный лидер, народная партия «Феникс». Вместе победим. Кстати, вот по поводу партий. Здесь, ребят, можно создавать свои партии. Опять же, мутить свои дела. То есть, что хочу сказать. Здесь можете создать что-то типа своей банды, насколько я понял. Выдать ранги и быть вообще красавчиком, крутым пацанчиком. Домов, как вы можете заметить, по госцене просто дохрена. Я не знаю, сколько они, кстати, стоят. Надо прикупить какой-нибудь себе домик будет в будущем. Пока не знаю. Как пойдет, так в углах не сидим, бегаем по всей площадке. Ох, ё-моё. Это то есть мероприятие, которое там задумано. Ну, едем мы по гетто. Самое прикольное то, что стоя в организации, вы можете работать. То есть дополнительно вы можете, так сказать, колымить, зарабатывать деньги. Если вам мало заработной платы. Не знаю, конечно, что тут по ценам на дома, еще не смотрел. Возможно, в будущем понаблюдаю, что здесь вообще. Везем мы в магазин это все дело. Так, хорошо. Отправляйтесь на склад для загрузки. То есть, ага, нам нужно ехать обратно. Ну, поехали. Обратно на склад. А тут, кстати, есть какие-то поворотники, не? Нет. Тут нет поворотников. Обратно на склад едем. Или еще куда-либо. Кстати, сразу дается черный клист нам. То есть, то, что мы в Федеральном бюро расследований. Сейчас вас тпхну. Ну, ты бы хоть в Б-чат писал. Чем-то напоминает админсостав, сам ПРП немного. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я, да? То есть, ребят, самповские люди поймут. Не, ну это прикольно. Как бы, куда меня админ ведет, туда я и иду, как бы. По сути. Вроде я уже довольно многое посмотрел здесь. То есть, организации посмотрел, Минздрав посмотрел. Что касаемо других организаций. О. Сейчас я вот сюда подъеду. Диего, ты кто? Диего, ты... Блин. Ай, вернись в грузовик, чтобы продолжить работу. Хорошо. Диего, ты кто? Я Диего. Хочешь пирожка, не денег, вступи в партию независимой партии. Завершите. Так, мы заработали $200. Так. Кто тебя на замку поставил? Админы. А, админы, кто меня на замку поставил? Не, я же сам себя поставил на замку. Админы меня поставили. Если поставили, значит нужен, так сказать. Не, ну прикольно. ФБР мне нравится. Зачем нам два зама?
Ой, блин, ребята, ребята. Узнаете потом. Замдиректора ФБР. А чё, в смысле, один зам у них всего, что ли? То есть, если лидер снимается, ставится зам. Вот это нифига себе. Вот это довольно-таки неплохо. Так, едем мы куда-то... А куда мы едем? Скутера вижу. Информация. Автозавод. Да ладно. Так, раздевалка. Вот. Ай, блин, устроиться работать на автозаводе. Вы начали работу на автозаводе. Да ладно. Так, сборка. Куда тащить-то? Прыгать я тут не могу, то есть мне нужно сначала... А, вон как, то есть мне сначала нужно перейти, взяв эти колеса, засунуть их сюда. Возьмите новую деталь. Ну, как скажете. Берем закись азота, значит. Так, блин, ну-ну-ну. Взяли мы закись азота. Ставим закись азота, все. Берем новую деталь, я так понимаю. Да, берем новую деталь. Много так деталей вообще взять нужно будет? Я просто не понимаю. А нет, немного. Последнюю деталь, и мы тащим спойлер. Ну хорошо, несем спойлер. Все? Да, да. Пройдите в отдел покраски машин. Вы должны взять баллончик с краской. Ладно. Видим отдел покраски. Берем баллончик с краской. Ага, вон, то есть как. Ой, блин, то есть проезжает машина. Мы просто стоим, ничего не делаем, и... И ни хрена. А чё это за Диего? А чё это за Диего? Ребята агрятся на меня что-то, я не пойму почему. Так, стоп, нам что-то всё-таки... Ага, вот, блин. Да чё ты за фигню делаешь? Ну давай, давай, Ягами. Подсказывай, что мне тут делать. Ну. Блин, у них получается краситься, а у меня нет почему-то. А, вот, что-то, короче, происходит все-таки, да? То есть вот я уже как-то все-таки крашу. То есть нажимаю на правую кнопку мыши. Вот, зажал правую кнопку мышки, и у меня красится автомобиль. Все, понял. Все понятно. Все, соточка. Может, в принципе, еще один. Баллон взять. Эй! Вот, зажали правую кнопку мыши, ребят. Все, 17. Так, вот. Распылитель нужен на кузов машины. Все, я понял. Да-да-да-да-да. Вот, наконец-то. Ну, слушай, довольно продумано все сделано. Так, сейчас я еще одну машинку покрашу. Изначально не знал, как это делать. Но теперь все же понял. То есть, в принципе, проект тоже нужно понять. Блин, какие офигенные цвета автомобилей. Можно было бы их потом покупать или выдавали бы их работникам. Какие-нибудь Тахомы хотя бы. Ну все. Пойдем. Одну машину я вроде как собрал. Так, тут у нас выставка колес. Вы получите заработанные деньги за завершение работы. Ага. Мы получили $100 за один автомобиль, мы получили $100. Кстати, что у нас тут находится? Так, на этом все.
Ну ладно, ребят, раз на этом все, тогда на этом я заканчиваю. Большое всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока. Так, ребят, это еще в принципе не все. Мне что-то сказали, сейчас будет еще круче. Поэтому, ребят, будем стоять, наблюдать. Житель штата, просто не находитесь возле автопарка. В данный момент есть угроза падения небоскреба. Специальные службы уже работают на месте для выяснения обстоятельств. Чрезвычайные новости, то есть у нас... Вау! То есть, ребят, мы наблюдаем картину, как просто падает дом. Он уходит под землю. И остается тут... Эй, тихо. Остаются обломки и дома нет? Слушай, довольно прикольно. Ну, на этом, ребят, я уж точно закончу. Всем большое спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Всем удачи и всем пока.